Всем привет, с вами Крошик Дэй Гейм. Воу-воу, всем привет, Аринка, что мы играем? Roblox, и как называется игра? Найди свои части тела. Найди себя, в прямом смысле этого слова. Начинается игра с головы, и ты поочередно ходишь по вот этому полю, то есть по вот этому пляжу, по вот этой травичке, куда там тебя занесет, и ищешь все части тела. Да, Крош? Да. Кстати, у Крошика послезавтра, у Аринки день рождения, ей 9 лет, ребят, кому не тяжело, поздравим, лайкосиком поддержим, поставьте это. Да. Такая поздравляшка будет, вам не сложно, а нам приятно, Аринке будет приятно. Мы сделаем большой праздник и позовем друзей и снимем вам ролик на Крошик Дэй, наш второй основной канал, там где, он очень интересный, там разные челленджи, распаковочки. Ссылочка в описании. Да. Крош, сколько у тебя деток будет? Ой, не знаю. Смотря кто придет. Все подружки будут, человек 10, наверное, точно? Нет, не 10, меньше, потому что я перехотела их приглашать. Да? Этот, чё, Крош? Короче, смотрите, здесь есть качельки, но не у всех получается, да? Вау, прикольно. Нога, рука, да, и голова. Это я нашла. Слушай, ноги такие большие, голова маленькая, ноги такие большие. Да потому что... Пошли искать другую ногу. Ты повидел мое тело. Крош, пошли другую ногу. Вот это не твоя рука была, нет? Нет, это у меня без рукавов. А вот это твоя рука. О, две руки... Дела налаживаются, то есть идет. Главное все как мое надо. Тело найти. И нога, вот, слушай. А давайте будем забирать чужие тела. О, Крош. А мне это идет. Посмотри, какая шея, какой, ну вот я не знаю, какая-то девочка качок. Папа, у меня такая же шея. Это, слушай, это у тебя голова это аватарка, да, какая-то у тебя, да? Нет. А это ты купила? Вот это, нет, нет? Это бесплатная голова. Крош, слушай, ну не идет тебе это тело, пошли найдем свое. Тем более это кто-то ищет, может девочка какая-то или мальчик. Да, это просто свое, прикол в этой игре, то что наоборот, отбирать. Отбирать? Всех, да. Слушай, ну давай сначала соберем свое, а в следующий раз перезапустим и будем у всех все отбирать. Да, давай. Мне просто интересно, как ты соберешь или нет. Тяжело ли найти, сколько надо времени, чтобы найти свои части тела. Ты засекаешь. Давай, засекаю. Ребята, а вы напишите в комментариях, кто играл в эту игру и за сколько минут девочка, вы находите свои части тела. Девочка, а это точно твоя нога сейчас, да? Вот у меня, смотри, если здесь горит зеленым, то да. А, окей. Так, ныряй. А это лед. Нет, это не мое, 100%. У меня синяя кофточка, а это зеленая. Так, иди вперед. У меня кофточка анимированная. Надеюсь, ты знал то, что здесь можно толкать, то есть меня могут столкнуть и украсть мою часть тела. Не, не знал. Любую абсолютно. Так, надеюсь, на мою торсо никто не украл, да? Ну да, потому что найти вообще. Я думаю, никто не украл, Крош. Вопросы все могут друг друга красть, все. Ну мы это и сделаем в следующем подходе, вот когда соберем свое тело и... Не в следующем видео, а в следующем раунде, можно так сказать. После того, как соберем свое тело, будем воровать ноги, руки и... Жалко, что голову ни у кого не своруешь. Прикольно, да? Вот реально махнулся башней. Жаль, смотри, вот я нажимаю на голову. Нельзя, к сожалению. Так, давай, у нас правая нога. Короче, я ничего не могу найти, ребята. Крош, знаешь... 100% украли. Не, подожди, не торопись. Я думаю, полетал кто-то с твоими частями тела, да бросил. Как ни крути, своя рубашка ближе к телу, есть такое выражение. Я вижу все крадут друг друга. Послушай, ты не торопись, посмотри. Мне кажется, на деревьях где-то, может, твоя рука. Там? Да. Давай вот ты сделаешь так. Вот сейчас пройдешься по центру и посмотришь по сторонам. А главное, по кругу не ходи и назад не возвращайся. Просто смотри, здесь могут появляться наши... А, ну давай, значит, сделай кружочек, а дальше будет видно. А ну, вот твоя нога, Крош! Это не моя нога. Не, вторая, вот эта вот. Это? Не? А, нет, точно, это не твоя нога. Вот это не моя нога. Все, выходи, иди дальше, тогда посмотрим, Крош. Левее. Ты меня испугал. А я просто сам испугался, что мы вдруг тут не найдем ту ногу, которую нужна. Да здесь тоже ни одной моей нет. Ладно, идем дальше. Там подписан ник.
Сорян за испуг. Крош. Ты меня испугал. Да я понял, Крош, ну все, сорян, я поизвинялся, как бы, так модно, да, сорян? Нет. А как? Извини, модно. Ой, слушай, так это классика, во все времена было модно извиняться. Ребят, да. Не стесняйтесь извиняться, если где-то нет, что-то накосячили или кого-то обидели. Папа не так сейчас популярный. А ну знаешь, как популярный? Как, расскажи. Подпишись за нас канал! Воу, да, вот так, это сейчас очень модно, кстати. Да, так что сейчас... будьте в тренде, будьте в моде, подписывайтесь. На лайкочки ставьте, комментам дополняйте. А я знаю, как в эту дверь попасть. Жесть, я какой знаю, как сюда, лес, я, да? Я знаю, как туда попасть. Так, показать? У тебя есть какой-то чит-код? Да, 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 да. Смотрите. За робаксы купленные, да? Смотрите. Надонатим, да? Нет, смотрите, здесь... Аринка раскрывает секретики, кто не в курсах, кто будет знать. Смотрите, наблюдайте, записывайте или делайте скриншоты. Да, сейчас мы должны найти группу. Расскажи в деталях, чтобы все знали. Ребята, благодарочка будет тебе. Мы нашли... О, вот, смотри, собери свое тело, собери все части тела. Ну и что дальше? И нам надо группу найти. Давай, находи группу. И вместе к этой группе подстроиться и телепортироваться. Вот группа. Вот группа. Все, смотрите, ребят, всё. Наблюдайте, что реально туда попадем. Да мне не верится. Да, Крош. да, мне мы кажется, туда какой-то попадем. Разводняк. Нет, папа, мы туда попадем. Да, я думаю, это какой-то разводняк. Я более чем уверен. Ой, Крош, и что? Да, очередной, как говорится. Ага, да, щитинг. Да. Смотри, да. Ну, мы ж даже не зашли. Да, реально, ребят, это работает. Аринка, смотри, Крошик, это реально работает. Ты молодец, ты крутышка, малышка. Крошик Дэй, воу. Реально круто. Все, а что мы заново? А, это мы заново, вот эта голова сейчас заново все части тела искать. Крош, да. Давай, ищи быстрее, пока никто не украл. Это наш шанс. Я думаю, когда появляется... Послушай, из логики, когда появляется новый игрок, он не может же те части тела уже быть много минут, правильно? Они тот час появляются, то есть их пока никто не своровал. А что это? А, это показали, какие мы будем, когда мы найдем свои части тела. Да. Быстренько ищем, пока никто не стырил. Крош, давай ищи! Да я вижу свою... Я вижу свою! Давай, быстрее! Я вижу свою тело! Увеличь, Крошик! Я вижу! Точно, это твое тело. Просто показал. It is not! Показал! Your body, yeah? Правильно сказал, да? Наверное. Ребят, только он английский на старость лет начал изучать, как бы, так папа, что если что, там, может, неправильно сказал, но я стараюсь и не стесняюсь. Это в каждом видео. Мне по барабану, да. Если кто-то будет там хейтить и говорить, что ты неправильно знаешь английский, да мне все равно, я его изучаю, я буду его учить, и я его буду точно знать. Да, папе знать. Пофиг. Да, знаете почему? Потому что если... Потому что он еще новичок, он учит только. Да, но... Но я быстро учусь, да. А давайте уже начнем чужие тела собирать. А ладно, давай. Так. Как говорится, не пойман, не вор. Если воровать, так миллионы. Ха-ха, или не воровать вообще, понимаешь, Крош? Поэтому вот. Да, но это по мелочевке, но все равно. Слушай, ну если мы свое тело найдем, неплохо было бы и махнуться, правильно? Ну да. Ой, мне нравится, сзади татуировочки, звездочки. Ребят, если у кого-то есть татуировка, напишите, какая у вас татуировка, если у меня нету. Да, я говорю за настоящие татухи. Я не хочу татуировки. Ну или же вот эти, которые наклейки. Ой, Крош, я раньше хотел татуху сделать. Ой, даже огонь через всю руку и плечо, а потом... Меня чуть не вырвало. Прошло время и передумал, в общем. Но я видел, у ребят они такое наделали. Сначала папа, было прикольно, это, а потом папа, хотели избавиться. Папа, это только какие-то непонятные чуть-чуть. О, жесть. А мячик нельзя взять? О, такая, слушай, такая девочка. Девочка-качок. Она реально качок смотрит. А девочка увидела у меня ее руку и ее ногу, поэтому убегаем от нее. Да, она... Увидела свою руку или ногу, и хоть будет сейчас и ногу, и руку. Да. Давай еще какую-то руку. А, она же у нее, она же не в группу не поступила. Она не сможет к нам забраться.
Слушай, ты посмотри, как ребят, какое преимущество. Вы можете что-то ногу своровать, или руку, этот, руку или, да, или и взять или одолжить и уйти в эту зону, если вы в группе. Я свою ногу нашла. Да, ребят, и за вами никто не пойдет, даже если это его тело, потому что он не в группе, да, и у него нет допуска. Смотрите, как прикольно. У вас есть преимущество, VIP, зона. Так, правая рука у нас на остатке. Бери, где что там правая рука? Где правая рука? Нет, это левая. А, надо right hand. Так. Хорошо. Что это происходит? Я нашла. Ты оставила девочки? Это так благородно. Я увижу, уже намылилась девочка забирать свои части тела. Вот, видишь, она забирает. Угу. Она забрала руку. Let's go to... Как правильно сказать? To puzzle your body. Какой puzzle your body? Ну, соберем пазл своего человека. Да, папа, своего это тела. Не пазл. А что это? А это? О, твоя нога, вот она, наконец-то осталась у тебя. Что? Башня, оу, подожди, it's not. Две ноги есть и есть башня, то есть это голова. Вот это, осталось вот две руки и еще тело. Три вещи. Давай, Крош, давай. Смотри, папа. Сейчас. Ой, ребят, я сейчас так захотел на море. Папа, в смысле, почему не улетай? Я хочу улететь. Вот. Ладно, что это там? Какие-то супер какие-то секретки. Да ладно, Крош, не прикалывайся, никто туда нычковать ее не будет. Ты смотри, там вещи. Крош, пошли искать, иди прямо, пока ее не стырили. У тебя осталось две руки и туловище. Крош, давай идем прямо. А вот это справа, это не твоя рука? Еще рука и туловище, Крошик, давай, время идет, у нас что-то долго происходит, все. Мам, да я не могу, они по всей карте раскиданы, и мои. А ты прямо иди направо-налево, смотри. Они появляются на глазах. Так, Крош. Что нажми? Так, ну это еще чуть-чуть, еще совсем чуть-чуть. То не моя рука. Назад. Что? Почему назад? Секундочку, а вот только что была рука. Нет, то не была, моя, да? У нее другой цвет тела. Блин, у меня темный. Короче, мы не можем ничего нет. найти. Нет. У меня нет слова да не можем. Нет, я возьму свое управление руки. Я уже все обыскал. Ну я просто знаю, что надо идти и в разные стороны, а не по кругу ходить. Крош, я. Папа, да они появляются, я тебе говорю. Я, Крошик, послушай папу. Послушай, папу, я тебе точно говорю, что надо делать. Ну вот, я иду прямо. Так, увеличь. Стой! Стоп! Тут опять книг. Сори, громко крикнул, да? Так, ладно. Да, папа, прыгни, мы только прыгни что на там дерево. Были. Да мы только что там были. Слушай, я знаешь, что думаю? Подожди. Так. Я думаю, тебе надо прямо. Прямо и налево. Где лево, где право? Ну, налево это... А вот туда? Там, где рука у тебя есть. Ну, а направо, ну, как бы и не пойдешь, уж руки нет. Не, ну можно направо найти, но... На правую ногу пойти. Ориентироваться на руку, то тогда нет. А давайте ориентироваться на прозрачную руку. Так. Ну вот, я пришла. Иди. Так, а вот это не твоя рука, не? Ну куда дальше? Туда дальше. Так, налево. Перепрыгивай. Подожди, ну нырни. Можешь увидеть там, что есть под водой или нет? Нет, ничего. Так, окей. Дальше иди. Отличненько. Так. А вот это вот сарафанчик не твой, не? Я на другой. Да папа, дай. Пещеру, точно. Нам нужно в пещеру. Я вон вижу, что-то уже есть. Да папа, дай. Мышку, неудобно. Ну это нога, и тем более не наша. А, ой, как уже... далеко ты зашла. Быстренько ты заднюю, назад идешь. Да а, смотри, а может ты налево увидишь? Нога. Может там есть нога? Может быть налево смотри, повернешь? Вот, и нам не надо нога.
Ну да. У нас уже дага есть. Ну все, погнали дальше. Надо все тщательно сканировать, смотреть, чтобы... Да я и так сканирую все. Да. Они просто... Вот, мальчик идет с моей рукой. Все понятно. Папа, у меня руку украли. Дай руку! Папа, у меня руку украли. Не знаю, крош, ищи. Папа, у меня руку украли. Только что, прям украли руку? Да. Так иди, да, догоняй его. Да я не могу, вот, смотри, он просто... Слушай, ты не можешь догнать? Тебя кто-то держит? Нет, смотри, вот, я догоняю, я не могу его, я не могу его отобрать. Подожди, это не твоя рука, крош. Я знаю, я просто показываю, что я не могу убрать. Кого ты не можешь убрать? Папа, у меня есть одна идея. Я не... Подожди, ты не доделала дело. Надо всегда добивать до конца. У меня идея в этой игре. Я знаю, ну как. Да, но... Я знаю, как, найти все. Ну и как же? Смотри. Берем эту игру. Нажимаем на серверс. Ну? Потом создаем. Заходим. Collect the body. Вот, заходим, да, пап? Да, собственно, название игры это, да? Collect the body. И смотри, и здесь ни одного человека нет. О, ну это 100%. Ну да, но это как? Крош, ну в жизни без конкурентов не бывает. Всегда есть люди, которые хотят у тебя что-то отжать. Каждый должен учиться бороться как бы за свое место под солнышком. А это означает, что в жизни. То есть как бы вот так вот. А хотите, я вам скажу как? Это не означает, что... Кто наглее, тот и прав. Не всегда такое, Катя. Папа, нужно... я свою руку видел. Крош, я ребятам объясняю и рассказываю, что иногда надо уметь так разруливать, чтобы и другие люди были, как говорится, в наваре, выгодно им было. И тебе было выгодно. Чтобы... Можно так разруливать, чтобы все были, как говорится, в плюсе, да, они друг друга поубивали, чтобы лишь бы у кого-то что-то отжать. Иногда вот как раз-то в таких вот бойнях и не победителей и не бывает. Ну, конечно, бывает и бывает, но слишком большая бывает, цена. Бывает, короче, и бывает. Находите общий язык и обменивайтесь. Вот смотрите, как бы до этого это мы играли, да, вот один игрок взял руку твою, да, ему эта рука, она как бы не очень подходит. В то же время у тебя ты папа, не можешь это взять папа, руку. Папа, это знаешь что, пап? Что? Эта игра принадлежена, чтобы украсть у друг друга тясь и тело, украсть. Да, но я ребят учу и короче, я рассказываю свою, я ну так не за эту игру же. Да я, ну так я за жизнь говорю, я вообще как по жизни надо, что уметь находить общий язык, чтобы всем было выгодно и все были в плюсе, ты ж... Крош сама вот подтвердила мои слова. А это в этой игре что, обязательно воровать? Ну, взял, допустим, у кого-то, да, там, полетал немножечко и отдал. Вот правильно, да? Я думал, смысл этой игры как можно быстрее найти свои части тела. Нет. Это ты так думаешь? Нет, это я не думаю, я знаю. Точно? То есть своровать? То есть да. Друг у друга тырить? Да. Так что мы тут делаем в одиночке вот на виповке? Давай ставим обычный, будем соберем тело из того, что есть. Давай. Давайте, сейчас я быстренько создам, потому что, ну короче, чуть-чуть. Да давай в тот сервер и. Ну, пожалуйста. О, давай за сколько секунд я буду считать этот, за сколько секунд ты соберешь свое тело? Неважно, ну не свое тело, а сколько ты секунд соберешь две руки, две ноги, туловище, вообще разных абсолютно. Я уверен, что за минуту не соберешь. А я за минуту соберу. Готово? Раз, два, три, экшен, погнали. 1, 2, 3. Подожди, папа, слишком быстро. Подожди, я дальше про себя буду считать, потому что ну реально 60 секунд, еще все заснут. Но мы сейчас посмотрим. Ну, кстати, прикольно, тебе идет. Так, 10 секунд. Так, время тикает. 15 секунд. Доченька, очень быстро все происходит. Ну, у тебя уже неплохо дела. Так, ой. Кстати, ты нашла тело, но реально чужое, да? Так, 20 секунд. Крошик. Осталось совсем чуть-чуть. И какую-то другую руку. Да, крош. Ты на ней лишилась? У меня нога. У меня ногу украли. А как ты украли? А вот нога там была, да? Слева. Да то и правая. Ладно, давай. А как-то что, реально можно у кого-то воровать или нет? Да. Крош, у тебя остается да нога. Да я бегу! 40 секунд, остается 20 секунд. Я думаю, до минуты ты не успеешь. А вот какая-то нога. И остается
А она вообще не та. Папа! 15 секунд, крошечка, извини, но правила есть. Правила. Итак, Аринка побеждает, 50 секунд, действительно, минуты не прошло. Ты супер, ты молодец! С днем рождения тебя, Аринка, заранее папа, поз... папа. Ну, как бы, нет, я поздравлю на свое день рождения, но ребята могут поздравить в комментариях, а с вами был... Крошек Дэй Гейм, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока! Хотите новые видосики, ставьте лайк, козыки, смотрите наше видео.